Еще вчера МЧС предупреждала о том, что сегодня в Чувашии ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 19 метров в секунду. Возможных обрывов проводов и сбоев в работе транспорта. Урагана не случилось, однако после дождя Чебоксары буквально ушли под воду. Буквально за полчаса в столице Чувашии выпало такое количество осадков, что улицы превратились в реки. Кадрами жители города делились на портале «За рулем». Я однажды в такой ливень ремень генератора потерял на десятки. Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что многих проблем можно было избежать, если бы дорожное полотно и тротуары были выше уровня почвы и газонов. Вся вода бы стекала с дороги. Я тоже не специалист, но мне кажется, что вода будет уходить быстрее, когда научатся ливневки устанавливать ниже уровня асфальта, а не выше. Вот такие кадры записал видеорегистратор машины, на которой ехала наша съемочная группа. То ли еще будет. Дожди, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время не прекратятся.